spot. Множество различных клеток отвечает за восстановление тканей. Эти плоские клетки без выраженной окраски называются фибробластами. На начальных этапах заживления раны фибробласты, бурно размножаясь, вырабатывают белки, без которых рана не заживет. Меньшие по размеру фрагменты клеток темно-красного цвета называются тромбоцитами. По активации тромбоциты высвобождают особые ферменты, называемые факторами роста, которые способствуют росту клеток и восстановлению тканей. Чтобы увидеть, как тромбоцит передает факторы роста фибробласту, необходимо посмотреть на его оболочку, которая словно дышит в увеличении. Как и другие клетки, фибробласты снабжены полужидкой клеточной мембраной, которая обеспечивает транспортировку молекул в клетку и из нее. Серые образования на поверхности клеточной мембраны – не что иное, как рецепторы, отвечающие за прием химических импульсов. Когда фактору роста из тромбоцита, здесь сине-пурпурного цвета, попадается соответствующий рецептор, фактор связывает его, и после того, как в дело вступает второй белок рецептора, фактор роста входит в рецептор, словно ключ в замок. Рецептор, связанный фактором роста, меняет свою форму, в результате чего через мембрану внутрь клетки проходит сигнал, адресованный цитоплазматическим структурам. Лучше всего наблюдать за этим изнутри клетки. За мембраной клетки виден серый хвост рецептора, окруженный розовыми волокнами. Данные образования придают клетке ее форму и вырабатывают ряд медиаторов, которые передают сигнал через цитоплазму. Когда рецептор активирован, это показано желтыми вспышками, его хвосты взаимодействуют с транспортными белками. А сейчас мы увидим, как этот процесс протекает в цитоплазме. Факторы роста, связывая белки рецептора на мембране, заставляют его хвосты сближаться. После того, как сигнал передан через мембрану, активации подвергаются все новые и новые белки. Вблизи видно, как белки изменяют свою форму по мере активации. На каждом этапе передачи сигнала принимаются все меры для того, чтобы не допустить искажения сообщения. Взять, к примеру, этот белок голубого цвета, который деактивирует красный белок после того, как сигнал принят белым. А сейчас мы с вами проследим за тем, как белок белого цвета движется через цитоплазматические структуры к ядру клетки, передавая сигнал по цепочке посредников. Первым посредником является белок коричневого цвета, у которого через несколько секунд эстафету перехватит пурпурный. Здесь мы видим лишь один способ передачи сигнала в клеточной цитоплазме. На самом деле их намного больше. Эти волокна зеленого цвета являются частью цитоскелета. И, как показанные раньше розовые, придают клетке форму, а также упорядочивают ее содержимое. Двигательные белки волокон цитоскелета, перемещаясь, изменяют его форму, что приводит клетку фибробласт в движение. Другой цитоплазматической структурой, которую можно встретить на пути сигнала, является органелла.
Светящаяся органелла справа – не что иное, как митохондрия, которая вырабатывает необходимую клетке энергию. Светло-коричневая сеть мембран, служащая для транспортировки белков, называется эндоплазматической сетью. Передача белков в ядро осуществляется через отверстие в мембране ядра. Туго скрученные спирали зеленого цвета – не что иное, как ядерная ДНК. От транспортного белка сигнал передается двум другим молекулам, совместная работа которых позволяет найти в ДНК нужный ген, в данном случае содержащий инструкции для синтеза фактора роста. Затем в дело вступают другие молекулы, которые расплетают небольшой фрагмент ДНК, чтобы фрагмент под названием РНК-полимераза, здесь коричневый, создал копию этого фрагмента в виде РНК. Готовая копия светло-зеленого цвета, называемая транспортной РНК, покидает ядро с помощью белков-носителей. По данной копии в клетке будет синтезирован фактор роста. Сейчас мы вместе с вами проследим за движением транспортной РНК из клетки, а затем за синтезом белка. Слева уже знакомая нам эндоплазматическая сеть, а справа новая структура под названием аппарат Голджи, к которому мы вернемся позже. Прямо перед нами находятся другие светящиеся митохондрии. При попадании в цитоплазму белки высвобождают транспортную РНК, которая отправляется в структуру, называемую рибосомой. Здесь огромная молекула рибосомы раскрашена разными цветами. В рибосоме происходит процесс считывания инструкций из транспортной РНК и синтеза белков из свободных аминокислот клетки. Увеличение скорости синтеза достигается параллельной работой множества рибосом. Рибосомы располагаются на внешней поверхности мембран эндоплазматической сети, а на внутренней стороне, если присмотреться, можно разглядеть неясное очертание синтезированных молекул белка. По завершении синтеза транспортная РНК покидает рибосому.
буддизме Махаяны в 3-м столетии нашей эры было дано описание космологии совсем близкой к тому, которое сейчас дает самые продвинутые физики нашего времени. Алмазная сеть Индры является метафорой, которая была использована для описания гораздо более старого ведического учения, рассказывающего о том, что вся ткань пространства соединена воедино. Индра — это король богов, который родил солнце и управлял движением ветров и вод. Пожалуйста, представьте себе паутину, которая простирается во всех направлениях. Сеть состоит из капелек росы, и каждая капля содержит отражение всех остальных водяных капелек. В каждой отраженной капельке вы найдете отражение всех остальных капель. И вся сеть сама находится в этом отражении до бесконечности. Сеть Индры может быть описана как голографическая вселенная, где даже мельчайший поток света содержит полную картину всей вселенной. Иногда сербско-американского ученого Николая Тесла называют человеком, который изобрел 20-е столетие. Тесла открыл переменный ток, электричество и много других вещей, которые теперь являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Благодаря своему интересу к ведической культуре, Тесла находился в уникальной позиции, позволяющей ему одновременно понимать и западную, и восточную модели науки. Как все великие ученые, Тесла смотрел глубоко внутрь загадок внешнего мира. Но кроме того, он смотрел глубоко внутрь самого себя. Как и древние йоги, Тесла использовал термин «акаша» для описания эфирной сущности, которая простирается сквозь все вещи. Тесла обучался с вами Вивекананда, йога, которая принес на Запад древние учения Индии. В ведических учениях акаши называется пространство само по себе, пространство, которое заполняет все остальные элементы и существует одновременно с вибрацией. Эти два понятия неразрывны. Акаша — это инь, прана — это янь. Современная концепция идеи фракталов поможет нам понять акашу, или как ее еще называют, первичную субстанцию. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, усовершенствование компьютеров позволило визуализировать и воспроизвести математические шаблоны природы. В 1980 году математиком Бенуа Мандельбротом при изучении определенных математических уравнений был введен термин «фрактал». Математик заметил, что когда уравнение повторяется, то производит непрекращающийся массив математических или геометрических форм, изменяющихся в пределах определенных границ. Они ограничены, но в то же самое время бесконечны. Фрактал является грубой геометрической формой, которая, будучи разбитой на части, повторяется в каждой из своих частей, как уменьшенная копия всего шаблона. Таким образом, форма обладает качеством, называемым самоподобностью. После этого открытия фракталы Мандельброта были названы отпечатком Бога. В них вы видите искусство, созданное самой природой. Если развернуть фигуру Мандельброта под определенным углом, то она будет напоминать индуистское божество или Будду. Эту фигуру назвали фигурой Буддаброд. Если взглянуть на некоторые формы древнего искусства и архитектуры, то можно заметить, что долгое время люди ассоциировали с фрактальными узорами красоту и все священное. В
Несмотря на то, что они сложны до бесконечности, тем не менее, в каждой своей части фракталы содержат зерно, способное воспроизвести полную картину. Они изменили взгляд на математику, на Вселенную и на то, как она работает. С каждым новым уровнем увеличения фрактала появляется его отличие от оригинала. При переходе фрактала с одного уровня на другой возникает его постоянные изменения и трансформация. Эта трансформация называется космической спиралью, встроенным интеллектом матрицы времени и пространства. Природа фракталов хаотична и в то же время наполнена звуковым порядком. Когда наш разум распознает или определяет какой-то шаблон, то мы фокусируемся на нем, как на вещи. В его рисунках пытаемся увидеть красоту, но для того, чтобы держать их в нашем сознании, мы должны отбросить остальную часть фрактала.